сверхусловиях непрерывного развития различных видов бесконечностей наличие больших масс, огромных пространств уже не имеет никакого значения. Нет доступа означает только одно. Наблюдатель, каким бы чутко интуитивным он ни был, ограничен самим наблюдением, даже имея выход на наиболее скрытое в самом недоступном. Всегда есть не некое X-поколение мыслителей, а только один, тот самый мысль-злитель, которого никогда нет в его мгновенно нультронных слагаемых мышления. Отсутствие всех в одном, которого исходно никогда нет, и есть искомая сумма отсутствия. История нужна лишь для сокрытия страха перед пустотой к превосходству, перед ничто к власти. То есть хваленая ницшанская воля к власти всегда ужасается не ужасу ужасов, а ничто к власти, пустоте к господству. Вопрос не в том, что человек несовершенен, а в том, что даже если он будет совершенен, то есть будет сверхчеловеком, это ничего не изменит. Человеческое мышление, как теперь уже сверхчеловеческое, будет продолжено тем же человеческим. Вот и все. Я же говорю о полном отказе от всего человеческого сразу, переключаясь только на мгновенные процессы реалирования вопреки всему, вопреки всем иллюзиям и реальностям сложно развернутой бесконечности. То есть для сверх необходим окончательный разрыв, абсолютный вывих всей вечности, как того же самого. На самом деле интеллектуальные среды слишком слабы именно умом. Принудительно догоняя греков, играя в эти взад перегонки, они так и не смогли осмыслить ум вне и извне. Все эти якобы высокоразвитые интеллектуальные среды, или, иронически говоря, радикальные субъекты, всегда заканчивают формирование мысли одинаково, а именно единогласно требуют расстрелять всех с ними несогласных. Что может быть более убого? Так же, как и космонавт не имеет никакого отношения к реально мыслящему космосу, так же и философ не имеет никакого отношения к реально мыслящему уму. Ум вне и извне не содержит в себе ничего человеческого, а тем более человеческого сознания. Итак, я вне я должно найти свою борьбу, свой способ опрокидывать мысль, человеческую мысль в ее же сознании, собственного я априори. Это, видимо, и есть иксомая сумо борьбы с умом, то есть перманентный сбой идентификации есть необходимость каждого истинного развития по ту сторону всех потусторон. Если философ боится сбоя идентификации, следует сразу же забыть и о философии. Поэтому нам не нужны никакие философы, нам нужны мысли-зрители без всякого страха к абсолютной свободе. Без философия вне объекта и субъекта. Именно это нужно продолжить с еще более разрушительной силы, параллельно находя новые возможности восприятия того, что всегда превышает любое «я», особенно в его сверх-я, сверхчеловеческом проявлении, а также сверхноуминальном и интеллигибельном. Здесь надо говорить об исчерпанности нигилизма, полной исчерпанности всех формул отрицания. Это называется нихил лихин. Ничто возвращается к ничто, для ничто к власти, чтобы счистить волю к власти. Волю к власти познания,
человека как господина над всеми вещами, в том числе и вещью в себе. Пора рассеять это недоразумение окончательно. Вещь в себе, становясь вещью вне себя, говорит о пустоте, как источнике, который также необходимо преодолеть. После того, как ничто к власти уничтожает волю к власти, оно уничтожает себя. Что же мы получаем на выходе? Ведь это уже абсолютная сумма отсутствия. То и получаем, что мы есть более чем я вне я. И дальше, и дальше. Дальше самого, дальше. Итак, будущее – это образование всецело нечеловеческого мышления. То есть не философия, а безфилософия вне объекта и субъекта. Еще раз повторяю, ничто к власти счищает любую волю к власти. Пустота к превосходству опрокидывает любую власть к господству. Не подчиняться никаким правилам ума, человеческого ума.